вашей коллекции, она просто потрясающая. Хотелось бы спросить, а за какое время вы создали такой шедевр? Обычные полгода. А чем вдохновлялись при создании? Да. Может быть, эпоха какая-нибудь или, там, я не знаю, я вот заметил, музыкальная композиция у вас была, вот Мадонны, Frozen. Нет, музыка родилась значительно позже. Сначала коллекция. А идея коллекции соединить практичность с идеальной женственностью. Вот это я старалась показать. Ну, используя всевозможные материалы, замшу, кожу, шелк, новые выработки. Вдохновение, оно витает в воздухе. И каждый месяц и каждый день приносит новые и новые идеи. Скажите, а вот как, по-вашему, на ваш взгляд, сейчас вот образ современной женщины вот выглядит? Современная женщина сейчас одевается очень практично. Жизнь ритмична, энергична, она одевается очень комфортно. И я считаю, что очень мало у современных женщин нарядных коктейльных вещей, в которых можно было бы показать всю прелесть, женственность, которую ей даровал Бог. Поэтому у меня на подиуме очень много коктейля, но есть и практичные вещи, и спортивные замшевые костюмы. Но, во всяком случае, вы видели, что коллекция самая разнообразная. Хотелось бы видеть очень красивых людей в жизни, больше их хотелось бы видеть. Скажите, а вот в дальнейшем вы не планировали расширить свою коллекцию и привнести мужские образы? В принципе, все дома мод сейчас это делают. Я думаю, что впоследствии это возможно. И буквально последний вопрос. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям как дизайнер? Учиться одеваться красиво. Учиться и учиться. Этому может научиться любая девушка и женщина.